Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в Dead Space. Пока раздается Dead Space бесплатно, полная версия в Origin, почему бы и нет? Халява все-таки. Так, блин, я не знаю. Давайте на среднем уровне сложности. И если чё, то постараемся ее пройти. Правда, я вам ничего не обещаю насчет этого. Потому что игра длинная, игра страшная. Как первый Dead Space. Это просто начало такой очень и очень крутой серии. Третья часть, она уже больше переросла в шутан. Но место страха есть, но это по большей части скримеры. Вторую часть я вообще не признаю. Играть на атмосферу очень не хочется, потому что, как я уже говорил, игра страшная, музыки здесь по возможности не будет. Ай, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Там все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе – выгодный бизнес, мисс Дэниелс. А Эгида-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, осмий. Так, ага. И маркер. Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Который способен погубить человечество. Так это и есть Шимура? Круто. USG огромный корабль. Шимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келеон. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить мощность передачи. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? А это что? Битый сигнал, как я и думала. Ты похоже, просто не знаешь, что там. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты ее слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэр, стыковщик. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Поднять защиту. Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро. Внутри магнитного поля. Тряхнулся. Отставить. Нет, я знаю, что делаю. Капрал, выполняйте приказ. Все целы. Что? О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Ты что, дура? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Айзек Кларк. Капрал, отчет. Главный герой. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рации и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек, я синхронизирую X с системой корабля. Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел.
Да, поехали. Для тех, кто не в курсе, Айзек Кларк – обычный инженер, который попал в довольно-таки непростую ситуацию. Для ускорения нажмите кнопку бега. Бежать кнопочкой Shift. Осматриваться мышкой. Спасибо. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатель. Невероятно. Ёб твою мать. Да, на этом, я чувствую, мы не улетим. Ну ладно. Перебои с энергией повсюду. Айзек, разберись с той дверной панелью. Принято. И чё, он как он? Принято, открывай. О, сохранение. Сохранение не работает. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. А тут уже все и случилось. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может, что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить лифт. Цепи обесточены. Не выйдет. Так найди, где есть питание! Будем работать одной командой. Быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Принято, шеф. Используйте локатор для нахождения следующей цели. Так, что у нас? Бе, это у нас компас. А потом М-карта, Джей, задание. М-карта. Да, хорошо, трехмерная карта палубы. Я понял. Джей, задание. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Ну, вентиляция да. Заработала, уже хорошо. Ничего хорошего. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замрите. Что это? Это еще что? Некромонт. Тут кроме нас кто-то есть. Ребят, обернитесь. Огонь! Всем огонь! Огонь! Петра, питание! Ёбаный. Кендра! Давай! Давай! Есть! Айзек, убирайся отсюда! Беги! Беги! Принято. Блядь, беги, Айзек. Беги, Айзек, убирайся отсюда в сразу! Ай, блядь, иди нахуй! Блядский некроморф. Дали бы мне хотя бы чем защищаться уже. Какой кнопкой бить ящики, я уже не помню нихера. Где мне врага-то взять? Врага.
уйти. Резко. Похоже, тому парню мы уже не поможем. Так, автосохранения у нас нету. Ну да. В принципе, это первая часть. О чем это я? Ну чё, все отлично. Парню повезло, я так смотрю. Так. Чё, продолжаем двигаться? Блин, сенсан дикая, конечно. Нам нужно привыкнуть, потому что с другой сенсой тут играть особо не получится. Блин, реально дикая сенса. Тут завал. А тут у нас вроде ничего. Используйте аптечки для восстановления здоровья. Да у меня все нормально со здоровьем, ёпта. Говорит Бенсон, всем внимание, они лезут через шахты. Сейчас я немножко сенсу поубавлю. А то что-то беда с этим, я думаю, будет. Ну вот как-то так. Хотя можно немножко больше. Вентиляции, держитесь от них. Осторожно! Назад! Назад! Принято. Хорошо. Айзек, мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Да, что это вполне. Такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый! Из-за тебя мы все погибнем! Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да пульт управления накрылся, но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Разберемся. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Значит, сделка. Хорошо. Я не понял, почему... Спасибо, не нужно. Я все равно иду по прибору. Так, магазины у нас пока не работают. Я не понимаю, почему тупая бабенка спорит с капитаном. Она, конечно, может быть там какой-то лидер экспедиции или отряда, но спорить с капитаном еще и в экстренной ситуации. Это, по-моему, выше. А, вот вы где, ёпт. Отключено. Здорово, ребята. Чё, фоточки показываешь? Ладно, развлекайтесь пока. Еще патроны. И еще аптечка. Сенса по-прежнему довольно. Я видел там тень. Как вы думаете, что там? Ой, врушка, ой, врушка. Ой. Ну какая врушка, вы видели это? Так, пардон, не так, кнопка. Какие же вы мерзкие. Вам бы в сталкер самая дорога.
Так, давайте сделаем еще одну сохраняшечку. Да, перезаписать первый слот. И давайте сходим назад немножечко. Как там смотреть текущую задачу? А, мне туда? Да-да, ладно. Это Бенсон. Смиту удалось грохнуть одну из тварей. Внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Принято. Этим я как раз таки и занимаюсь. Да блин, я не то. Что хотел сделать? Вот, аптечечка. То есть, в принципе, опыт у меня имеется, как воевать с некроморфами. Но первая часть... Это все-таки первая часть. Мне спокойней так будет. Айзек, будь осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Целься по конечностям, разнеси их к черту. Это должно помочь. Бен, это я уже уяснил. Спасибо. Я это уже услышал раза 4. Но раз вы меня так уж обучаете, значит сейчас будет зерк. Я прав? Не будет зерга? Тысяча кредитов. Забыл, как она называется просто. Похоже, дверь заклинила, Айзек. Попробуй открыть ее стазис-модулем, который ты подобрал. Какой кнопкой? О, господи, Иисус. Подождите, S значит стазис. Нет? Окей, тогда я действительно зря выключил управление. Стазис-модуль, пожалуйста. Икса. Чё? А, вот хорошо. Это всё? Либо я слеп. Капс, Р, С. Ну, С, все же ведь верно. А, все. Кажется, уяснил. Вот так это делается. Тогда лучше кнопку С держать под рукой. И тут сделаем новую запись. Пока все, в принципе, неплохо идет. Раунд первый. Это даже не глава. Что-то как-то странно тут с переводом. Блядские мудацкие. А чё я сыканул по этому поводу? Кто мне скажет? Сенса, сенса, прекрати. Немедленно прекрати. Так, ну я слышу какие-то шепотки.
Только я не удивлюсь, если сейчас на меня кто-то прыгнет. Хотя пересрать могу только в путь. И вот это и есть именно та атмосфера того Dead Space, которого я люблю и так его боюсь. 3000 кредитов. Что-то денежки есть, а пока куда их тратить нету. Но я думаю, они уйдут у нас очень быстро. Так, давайте сделаем перезапись, а то сыкотно все-таки. Так. Еще патроны. Твой стазис-модуль поможет управлять этим механизмом. А тут никого нет. Ну так. Заполним, пожалуй, стазис. И вот эти вот решеточки, они меня как бы не радуют. Вагонетка 8 сломана. Мы затащили ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис-модуль. Если мы не снимем этот кусок перемаз рельс, он заблокирует всю систему. Принято. Так и вышло, в принципе. Вот эти штуки нам нужны. Так, силовой узел. Силовые узлы служат для прокачки. Такие штуки лучше не затыкать. Что я сделал не так? Объясните мне, пожалуйста, что я сделал не так. Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, ждите. Гадская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Да не псти, все будет нормально. А что за звуки? Мертво. Да, оно мертво. Так, ну, в принципе, справляемся. Не особо страшно. Ну как, в принципе, так, немножко ссыкать. Нормально. Нормально. Конечно. Ты что делаешь-то? На! 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 Псс! Ты нищий, говнищий.
какой ты срачный-то, а? Ладно. Давайте-ка еще подзарядим свой стазис модуль. И в путь, пожалуй. Ну, и где ты? Пришел я оттуда, тут закрыто. Значит, мне сюда. Логично? Логично. Ты, парень, лежи, не двигайся. Отправляйся в ад. Хотя я думаю, тебя даже в аду не примут. Блин, я завтыкал сохраниться. Ну ладно. Айзек, я обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Айз, тебе нужна инфопанель транспортного компьютера. Она на инженерной палубе. Принято. Ну, открывай. Прямо и направо. Я понял. Так, ну тут у нас есть сохранение. Поэтому норм. Так, сколько-то я уже наиграл. Ну-ка, подождите. 25 минут. Я не знаю, ну давайте-ка еще пройдемся немножко. До 30 минут. Чтоб нормально было. Такая полноценная 30-минутная серия. Айзек, это Кендра. Я дверь понял. Хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. А почему мне так везет? Я хочу туда. Мне туда надо.
Только я не помню, как эту штуку поднять. Не вставай. Ой. А сзади ко мне там ничего такое счастливое не придет? Ну, вроде как нет. Хотя я не уверен. Я круг сделал? Или нет? Ну, судя по всему, да. Окей. Так как мне сюда попасть-таки? А, требуется ключ. Наверное, где-то мне сюда надо спускаться. Прав я или нет? Сейчас посмотрим. Сука, не шумите. И так стрёмно. Они еще шумят. Бессовестные. Так, ну это аптечка. Это не то, что нам нужно. Хотя аптечка пригодится. Лифт. Так, давайте-ка лучше сориентируемся по указателю, потому что что-то какая-то такая слегка запутанная система здесь. Что-то предвидел я этот момент, хотя не играл в Dead Space уже порядка 3 лет. Возможно, эта игра еще тогда успела на меня произвести свое такое впечатление, и я позапоминал эти все приколы. Вот четко, чтобы я знал, что прямо тут вот лежит притворюха. Это нет. Я не настолько хорошо ее знаю. Я даже не помню концовки. Так что подарок от Ориджина — это большая благодарность. Спасибо Ориджину за это. Так, Юджи Шимура, отдел техобслуживания. Так, кто хочет, это читает. Нет, спасибо, читать не буду, атмосфера не та. Давай, сука. Только в путь ходят у нас эти ребята.
все, у нас тут больше ничего нет. Тогда спускаемся вниз и открываем палубу. Какая ж ты, сука, предсказуемая хуйня. Какой ж ты, мать твою, предсказуемый, просто. Я не знаю. Я уже, когда поднимался наверх, я уже понял, что будет что-то такое. Я просто не знал, когда. Стоп, это не то место. Где у нас с окном такое? Мне туда нужно. Ну и чё? Отсюда никто не вылезет? Ладно. Не, ну крутой костюм у Айзека. Никого? Надеюсь, что нет. Давайте-ка. Принято. Спасибо. Так, у нас есть три, так сказать, способа улучшения. Это мы можем улучшить либо оружие, либо X, то есть наш костюм, либо стазис-модуль. Стазис я не качал почти никогда. Потом плазменный резак, в принципе, надо бы прокачать, но пока прокачаем лишь, ну вот, воздух, хотя... Да, давайте прокачаем воздух. И тогда уже прокачаем плазменный резак и прокачаем его на ущерб. Да. И вот так постепенно мы будем улучшать. За основное оружие я себе, наверное, возьму плазменную винтовку. Слыхал, есть такая. Довольно крутая штука. А вот запасным оружием будет именно... Так, ну все. Отлично, Эзик. Теперь блин, тащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это перезагрузка. Тварь такая, блядская. Подходи ко мне! Что-то какая-то паника вообще. Почему? Странно. Ребят, это Dead Space, он на меня так влияет. Я обычно что-то как-то не очкую по этим... По таким мелким... ситуациям. А тут что-то как-то вообще даже управление стал путать. Да? Вот ты чё там лежишь? Только в путь. Вообще. Спокойно, без нервов.
Не, я знаю, что они уже мертвы, просто мне доставляет моральное удовольствие их еще ногой бить. Так, все, поехали, верно? Блин, вот эти лифты, это такой ад. Не, я знаю, что вентиляция в лифте, она нужна, и все дела. Блин, сука! Какого хуя ты так выскакиваешь неожиданно, а? Мразь ты. Вот какого ты это делаешь со мной, а? Что, хочешь, чтобы я по ночам не спал? Не дождешься. Так, прибытие, перезаписать. Конечно же, да. Сколько я уже там наиграл? Так, 38 минут, я думаю, этого вполне достаточно для серии. Что ж, дорогие друзья, с вами был Марс, с вами был Айзек. Мы играли в Dead Space 1, который, я вам напомню, пока что бесплатно раздается в Origin. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока. Если хотите, чтобы я проходил эту игру для канала, подписывайтесь, ставьте лайки, отписывайтесь в комментариях. Всем спасибо, всем пока. До новых видео.